Сельхозпроизводители Чувашии активно готовят технику к весенним полевым работам. В том числе одно из передовых хозяйств республики – сельскохозяйственный производственный кооператив «Коминтерн». В его мастерских побывала наша съемочная группа. Комбайны, тракторы, дискаторы и культиваторы – все эти агрегаты, хотя и железные, но отношение к себе требует особого, трепетного. Чтобы весной в полях техника не капризничала, механизаторы трудятся ежедневно. Особое внимание уделяется тракторам. Они перебираются практически вручную, потому что содержат большое количество движущихся деталей, которые чаще подвержены износу. В хозяйстве в этом году планируют засеять более 3000 гектаров пашни. Семена заготовлены практически полностью. На этих площадях на 500 гектаров было посеяно зимы культуры. Планируется посеять яровых культур 1076 гектаров, в том числе яровая пшеница, овес, ячмень. Кроме этого, для заготовки кормов планируется сеять кукурузу на 400 гектаров. Семена у нас в наличии кондиционно почти 100%. Планируется закупать новые сорта ячменя сорта Вакула 25 тонн. Также планируется закупать семена овса нового сорта Яков. Вот. А так в основном удобрения уже завезли 200 тонн. Еще планируется где-то завести 40 тонн сложного удобрения. В хозяйстве «Коминтерн» почти 20 видов сельхозмашин. Почти все отечественного производства. За патриотизм воздается старицей. Техника служит верой и правдой, и запчасти всегда в наличии. Главная же гордость кооператива – высокие надои. Поэтому и полевая работа здесь сосредоточена на заготовке кормов для крупнорогатого скота. Сельское хозяйство в Красночитайском районе в последнее время хорошими темпами развивалось. Конечно, сейчас эти последние события, вот снижение цен на молоко, на зерно, конечно, повлияло. Вот за первый квартал многие хозяйства потеряли большие деньги в разнице цены молока. Ну и зерно, которое в прошлом году мы произвели, полностью не могли продать. Вот сейчас частично, конечно, продаем, но вот такие трудности есть. Ну, думаю, это временные трудности. Теперь помешать коминтерновцам вовремя приступить к посевной может только погода. Многое зависит от нее. Рифат Фаткуллин, Игорь Зверев, Республика.